Кто порождает слухи? Мужчина или женщина? То мы говорим, конечно же, мужчина, потому что они придают ей оттенок достоверности. Что такое игра в сломанный телефон в обычной жизни? А вот слух, он в этом плане эмоционально, что ли, заряжен больше, понимаете? То есть он вот эту вот часть он передает. Как научиться фильтровать информацию? Чем менее, что ли, достоверен слух, чем больше искажения, тем в большей степени там добавляется какая-то деталь достоверная. Ну, например, в каком-то году, в какой-то момент. В гостях программы «Разговор по душам» психолог Елена Яшина-Ахундова. Смотрите новый выпуск во вторник, 19 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».